Всем здоров, братва! С вами, как всегда, Миха, это снова Танки Онлайн и моя рубрика «Снайпер». По-моему, сегодня 16-й выпуск. Сразу для тех, кто на канале недавно, кто не знает, что это вообще за рубрика, нахрен она нужна и вообще в чем она заключается. Суть рубрики состоит в том, чтобы на этом аккаунте играть только на пушке «Шафт». И, соответственно, качаться только на ней до максимально возможного звания. Я, соответственно, на ней и играю. Планирую здесь покупать я комплект. Вот опять забыл, как называется. Какая-то рыба. Блин. Ну давай, вспоминай, башка дурная. Какая-то рыба. А, пиранья, точно, это хищная рыба. Там, короче, у нас шафт М1. Там у нас... М1 хорек, ну и какие-то модули. Ну и, соответственно, я как только его куплю, он, по-моему, через одно звание будет мне доступен, стоит там около полтинника. Я, соответственно, буду его качать уже до М2. И вот М2-то уже покажет всю свою мощь. Я, кстати, здесь в анимированной красочке. Кто не смотрел, откуда я ее взял, она мне выпала за контейнеры, еще за старые цепочки. В общем, видос будет в конце этого видоса. Можете перейти на канал, посмотреть. Я там просто безумно ей радовался, потому что буквально, ну, первая краска, которая мне реально выпала, анимированная. А у меня есть на основном аккаунте анимашка, но она досталась мне как бы за войну. И она, ну, вроде бы не в счет. Да и тем более их вроде у нас отнимут. А вот это... Она реально моя, она реально мне выпала, и она у меня на постоянке. Ну и, соответственно, мне еще тут одна красочка выпала. Тайна пришельцев. Мне, кстати, уже писали, что она вроде как посимпатичный. И на какой играть, непонятно. Давайте сегодня вот я на этой поиграю. Короче, что по заданкам? Я тут, соответственно, буду выполнять заданки. Я, кстати, уже заходил, блин, и вот, видите, все заданки выполнил. Так, а по еженедельным там что? Выполнение ля-ля-ля. Тут овердрайв. Ну, окей, ладно, погнали тогда в любую битву. Я тогда предлагаю в команду на команду. Мне там больше всего нравится играть в этой рубрике, и посмотрим, как сейчас будет тащить наш шафт. Напоминаю, шафт у меня здесь пока что стоковый М0, вообще не качан ни на один шаг. И посмотрите сейчас, как он будет тащить. Раньше, вот я помню, играл несколько месяцев назад, когда активно снимал эту рубрику, он... Блин, надо вот опять вот так вот делать, потому что никогда не кончится этот кошмар. Я довольно активно эту рубрику снимал и часто на нем играл. И каждую катку, каждую битву я занимал первое место. Независимо практически от звания. То есть там кидало и к уоррентам, и там ко вторым, к третьим. И все равно у меня всегда было первое место в команде. Ну посмотрим, как сейчас. Может, что-то там изменилось, потому что у шафта-то точно характеристики менялись. Какого фига ты меня не кидает, а? Вы что, придурки, а? Ой, в общем, ладно, ребята, я сейчас отключусь, и как только меня закинет, я снова включусь. Так, ну что, ребят, наконец-то этот говномейкинг меня закинул в битву. Карты, конечно, для шафта, ну так себе, но играть можно на самом деле. Можно неплохую тут позицию найти и нагибать прямо всю карту. Ёлы-пал, куда я еще врезался? Я уже примерно понимаю, где будет моя позиция. Я тут, естественно, буду ставить миночки мои аккуратненькие. Так, тут меня уже лупит, и это будет вот сейчас, наверное, первый килл. Куда ты, Вася? Блин! Нафиг он спрыгнул. Кстати, мне кто-то писал, что я на шафт какое-то там устройство выбил. Ну, типа шафт... Ого. Вася, ты кто такой-то? Типа, видите, у меня шафт красный. А я на самом деле никакого устройства не выбивал, у меня вообще ничего такого нету. Откуда оно у меня взялось, вообще не понимаю. Мы потом, вот чисто ради интереса. Так, вот сейчас я жигу лупану. Она этого, конечно, не знает. Хопа! Вот видите, шафт какой-то красный. Вот я сейчас прям навскидку урон дам. Видите? А, блин, а я не знаю, почему он такой. Я вам реально говорю, у меня никакого устройства нету. Это прям стопудово. Вот прям с собакой буду. Так, можно вот отсюда понагибать. Тут же у нас вся карта как бы простреливается. Но я не попал, как обычно. Еще какой-нибудь фрезовод меня, естественно, заморозит сбоку. Там никто не едет у нас. Опа! Отлично, как я вовремя-то, а? Ну просто вот прям как почувствовал своим одним местом мягким. Так. Привет, фрезяка, привет. Прощайся, жизнь. Ух ты, блин, он ж на броне. Вот собачонка, блин, еще аптеку мою отжал. Сволочь такая. Давайте, гасите его, парни. Гаси его, блин. Я не хочу подыхать. На тебя, собака, фу. Ех, нифига себе, меня страйкер херачит фиолетовыми этими ракетами. Что происходит? О, смотрите, сейчас ихнего шафта вальну. Просто как собаку. Блин, не вижу нифига. На тебе, Вася. ДДшный шафт. М0, конечно. Но ДДшный.
и перед ним хрен чего стоит. Так, 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 опять он респанулся здесь, собака. Сейчас будет меня гасить, наверное, если увидит. На тебе, Вася! 1500 урона, и ему хоть бы хны. Так, и он там спрятался. О, у нас голдик, ребята. Что мне делать, ловить или нет? Отлично, шафта слил. Блин, я хочу на самом деле поймать. Ладно, пофиг на то, что меня... А голдик-то у нас, ёлы-палы, пацаны. Голдик-то у нас. Блин, а у меня нету нифига, ни овердрайва, вообще ничего нету. Тут сейчас будет вот этот фризовод заезжать. Ну не дайте ему, хотя бы, блин, не дали фризоводу. А я ведь тоже хотел вот так же, как он, запрыгнуть. Чувак, да куда ты едешь-то, баклан? А я ведь тоже на самом деле хотел вот так же, как он, запрыгнуть, но потом подумал, что у меня корпус-то, ну, не такой. У меня корпус-то тяжелый, я бы так просто, ну, физически не смог. Да, сейчас хреново я занял, конечно, позицию. Так, ну окей, окей, окей. Я думаю, вот здесь вот надо еще одну миночку поставить, чтобы уж наверняка никто не проехал. Никакая тварь. Блин, ну тут аптеку, я же контролю ее, битый час, она все не падает и не падает. Так, хочу вот эту сейчас шлепнуть. Хлобысь, Вася. Так, еще вот здесь вот надо поставить мне миночку. Тут я овердрайв использую, потому что надо, как говорится, все пути отступления мне. Блин, я вот все боюсь, что отсюда кто-то поедет. Прям реально что-то... Кто-то звоночку получил. Сейчас попаду по пушке. О, вот это да, прям попал в ствол, видали? Это круто на самом деле. Я думал, шафт не наносит урон по башне. Ну или по стволу, как это правильно сейчас. Так, должен сейчас вот это вносить. Блин! Надо учиться, короче, играть. Вот я реально забыл, как играть на шафте. Я и до этого на нем мало, скажем так, играл. А сейчас вообще забыл. Тихо, тихо, кто едет? Вы посмотрите-ка на это. Я фриза чуть не упустил. Блин, он сейчас может это до меня доехать. Сволочь такая. Может еще тут одну минуточку. Ни хрена! Ни хрена! Вот это опасно сейчас было, ребята. Очень опасно. Так, где тут фризовод? Я вот на самом деле только его боюсь. Ух ты, там еще этот смотрю. Тихо, 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 тихо. Блин, опасно, опасно. Опасно. Вот чем на самом деле, да, плохо тут стоять. Так это тем, что, бляха-муха, и тут могут поехать, и вот тут могут поехать. И это меня пугает. Может мне вон туда перебраться, а тут пускай минки мои, если что, будут. Так, кто у нас тут? Это должен улететь, замечательно. О! Вот он, вот он, вот он, говношафт, видали? Вон этот говношафтенок. А он сейчас так и будет по мне. Блин, как он попал-то, собака. Конченая. Сейчас я тебе дам жару, тварь. А, его и так уже вынесли. Ну, окей, окей. Так, блин, опять валит сюда говнофриз. И, скорее всего, сейчас опять мне надо будет от него бежать. Едет он прям, мне кажется, целенаправленно за мной. Ну, там еще сзади кто-то может появиться. Так, или он меня не увидал. Если он меня не увидал, это на самом деле круто. Блин, он на овердрайве. Опа. Вроде дал ему, да, немножко, но дал. 500 урона. Ну, я думаю, ему хватит. Для начала, скажем так. Так, сейчас он, знаете, где поедет? Вон там, мне кажется, поедет. Не, смотрите, он хитрый, блин, он реально хитрый. Опа, чувак, получай. И мне надо валить. Блин, дай свалю, придурок! Вот конченый какой еще, а? Кошмар, он сейчас заберет аптеку и все, хана. А, ну тут я его уже кокну. У него сейчас сядет броня и все, готов. Вася, гудбай, ля-ля-ля. Вася, прощай, пора домой. Так, 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 так. Я-то на самом деле заминировался очень неплохо, но... Ну-ну-ну, так, сбивать чуваку прицел надо, а я его вообще вынес замечательно. Так, чего у меня овердрайв не накапливается? Мне прям обидно. На самом деле будет круто, если я этот бой отстаю вообще на ноль. О, это кто у нас там? Это Васпик. Пока Васпик. Да, неплохо себя показывает шафт. Посмотрим потом, сколько там по киллам. Но вот, тихо-тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Кто такой? Кто сейчас по мне фигачил-то? Я что-то не совсем выеду. А ничего, все разбегаются, что-то их мало стало, реально. До свидания. Ха-хай. Так, еще надо вот здесь вот. Овердрайв. Ух ты, какой овердрайв, видали? А что это такое было-то? Ну, я так понял, эффект тот же самый, просто новый... То есть, действие то же самое.
так жена, Рамина, только эффект другой, да? Блин, на самом деле, какой эффект будет у корпуса? Какой корпус-то у меня? Я что-то забыл, какой корпус на самом деле. А, у меня же Хантер. Какой, кстати, эффект у Хантера в новых овердрайвах? Кто-нибудь помнит, ребят? А то я что-то, если честно, вообще нифига не помню. Так, последний килл остается, он должен быть моим. Что-то мы нагнули прям вообще в два раза. Ну, смотрите, ех, ни хрена себе на первом месте. 545 очков. 35 киллов он взял. Но зато у меня ни одного, ни разу меня не подбили. На мой взгляд, это круто. 240 опыта, 15 киллов и третье место на шафте М0. Блин, что это за овердрайв такой прикольный был? Я что-то, если честно, вообще нифига не понял. Парни, кто помнит, какой будет овердрайв у Хантера, напомните, а то я что-то как не в теме. В общем, продолжаем копить здесь на комплект. Получается, опять забыл. Вот этой рыбы, как она там называется... Блин, ну что за фигня, что я забываю это? В общем, короче, продолжаю копить на этот комплект. Если рубрика вам нравится, поддержите лайком. С вами был Миха Пираньи, вспомнил, комплект Пираньи. Ха-ха, с вами был Миха. Огромное спасибо за просмотр. Не болейте, до новых встреч.